Холодный апрель. По Запорожскому региону проходит холодный фронт, который привел к выпадению ливневых осадков, говорят в региональном гидрометцентре. Когда уже горожане и жители области смогут насладиться теплом, узнавала наш корреспондент. В гидрометцентре говорят, в ближайшие дни температура воздуха будет не выше 7 градусов, а ночью обещают даже заморозки. Возможны осадки в виде снега. Говорят, такой температурный режим характерен для марта, но уже с четверга ожидается перелом в погоде. Мы ожидаем прекращения осадков и постепенное потепление. К концу недели температура воздуха будет составлять где-то 20 градусов тепла. Синоптики отмечают, последний раз в Запорожском крае холодный апрель был в 2012 году. Тогда температура упала до 13 градусов мороза, а самый жаркий апрельский день был в 1931 году. Тогда воздух прогрелся до 32 градусов с отметкой плюс.